Светлана Школина is the new world champion in the women's high jump. Светлана Школина, представляющая Россию, чемпионка мира в прыжках в высоту. Светлана, каково быть чемпионкой мира? Пока не знаю. Еще как-то не особо поняла я, как это быть. Завтра встану с левой ноги и обязательно скажу. Светлана, а как долго вы шли к этой победе? Очень долго. И сегодня был, мне кажется, самый тяжелый день для меня. Вообще просто ужас. У меня даже вначале ничего не получалось. Я уже думала, что все. Какие были мысли, когда Аня Чичерова не смогла справиться с высотой 2 метра? А, честно говоря, я когда шла и смотрела по табло, я почему-то увидела, что она прыгнула 2 метра с третьей попытки. Но потом я обернулась, и зрители как-то стали... Да, расстраиваться, и я поняла, что она не взяла, я обернулась, и планка упала. На самом деле, я не поняла, почему она упала. Ну, я не видела, по крайней мере. Как по технике сегодня складывались прыжки? Вы сказали, что у вас вначале что-то не очень получалось, но потом, видимо, распрыгались. Потом просто бежала наша эстафета, и стоял на стадионе такой гул, и я видела, что наша команда лидирует, и я просто не могла не взять эту высоту. Для меня это было уже, наверное, что-то принципиальное с первой попытки. Тем более, американка не взяла с первой попытки, а у меня выхода просто не было. Светлана, я вас еще раз поздравляю. И удачи в дальнейшем. Спасибо большое. Светлана Школина cannot believe she's a world champion. She's saying this might have been the hardest day of her life. However, she managed to jump well and she got the gold. She's saying that she couldn't get her approach right at the beginning of the competition, but later on when she saw the Russian female 4x4 in the lead and when they got the medal, she told herself that there is no chance she's crashing the high that allowed her to get the gold.